Хорошо, здоровается, да? Вообще молодцы, красиво. Это, наверное, Керченская крепость, да? Мы подводим итоги городского конкурса детских рисунков «Керченский мост глазами детей» и конкурсов детского творчества «Крым и Россия навеки едины». В конкурсе детских рисунков «Керченский мост глазами детей» приняли участие 29 воспитанников и учащихся художественных отделений и клубных формирований художественной направленности учреждений культуры пока города. Пока устроится, уникальность есть еще и самого процесса. Я как строитель могу сказать, что все то, что здесь происходит, это беспрецедентно, это невероятно интересно. И прикоснуться к этому для каждого крымчанина, для кирчанина, это, наверное, святое вообще дело. Это очень-очень важное дело. Поэтому большое спасибо всем организаторам этого замечательного мероприятия. Ну и, конечно, большое спасибо участникам, которые проявили такую инициативу и потрясающее воображение, творческие начала для того, чтобы все это изобразить еще и в искусстве, и приложили максимум фантазии.